Видео подготовлено сайтом online.gdz.nu. Давайте выполним упражнение номер 4 на странице 34 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Выполни вычисление, сделай проверку. Пятьдесят разделить на 5 равно 10. Проверка. 5 умножить на 10 равно 50. 90 разделить на 3 равно 30. Проверка. 3 умножить на 30 равно 90. 70 разделить на 7 равно 10. Проверка. 10 умножить на 7 равно 70. 80 разделить на 2 равно 40. Проверка. 40 умножить на 2 равно 80. 40 разделить на 2 равно 20. Проверяем. 20 умножить на 2 равно 40. 90 разделить на 9 равно 10. 9 умножить на 10 равно 90. 30 разделить на 3 равно 10. 3 умножаем на 10 равно 30. 60 разделить на 3 равно 20. 20 умножить на 3 равно 60. 40 разделить на 4 равно 10. 4 умножить на 10 равно 40. 60 разделить на 2 равно 30. 30 умножить на 2 равно 60. 80 разделить на 4 равно 20. 20 умножить на 4 равно 80. 80 разделить на 8 равно 10. 10 умножить на 8 равно 80. 100 разделить на 2 равно 50. 50 умножить на 2 равно 100. 100 разделить на 5 равно 20. 5 умножить на 20 равно 100. 100 разделить на 10 равно 10. 10 умножить на 10 равно 100. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под